дорогие наши друзья, а также зрители нашего YouTube-канала. Сегодня рано утром наш источник из шоу-бизнеса принес к наш дом очень ужасную и трагическую новость о нашем любимом российском актере Викторе Сухорукове. Это именно тот актер, который снимался в нашем любимом фильме «Брат 1, брат 2», который мы до сих пор пересматриваем с удовольствием. В данной новости сообщается о том, что в шоу-бизнесе сегодня утром появился такой слух, что российские медики обнаружили у Виктора Сухорукова страшную болезнь – туберкулез. Якобы это все прояснилось после того, как Виктор Сухоруков прошел полное обследование. Он часто жаловался на боли в груди и на сухой кашель. Он решил пройти обследование, и вот выяснилось, что он болен. Подтверждения этому пока нигде нету, друзья. Мы следим за развитием событий. Ни друзья, ни знакомые Виктора Сухорукова пока об этом ничего не знают. Действительно ли эта новость правдивая, либо это очередной фейк, нам также предстоит об этом узнать. Давайте, дорогие наши зрители, будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Давайте подпишемся на наш YouTube-канал, нажмем на колокольчик, ведь завтра утром вы увидите свежие выпуски на нашем YouTube-канале. Будьте всегда с нами, друзья, не покидайте нас и до скорых встреч на нашем YouTube-канале.